Диагностика СНПЧ представляет собой комплексный осмотр системы, в ходе которого могут быть выявлены либо предупреждены основные неисправности, касающиеся работы СНПЧ. Основными составляющими СНПЧ являются шлейф, блок картриджей, чип и резервуар. Необходимо уделить внимание каждой из них. Диагностику начинаем с осмотра чернильного шлейфа на предмет передавливания под резервуаром. В месте установки держателей под дата-блоком. Также обращаем внимание на герметичность соединения шлейфа и картриджей, шлейфа и резервуара. Осмотрите стыки резервуара. Они не должны иметь трещин и пузырьков воздуха. Переходим к блоку картриджей. Визуально осматриваем маленькие пробки, нет ли в них проколов от иглы. Снимаем синюю пластиковую стенку картриджа и осматриваем фильтр. С помощью плоской отвертки снимаем чип. Обращаем внимание, какое количество чернил находится в каждом картридже. Переводим СНПЧ в рабочее положение. Проверяем проходимость чернил при помощи шприца с переходником из воздушного фильтра. По окончании комплекса мероприятий диагностика считается завершенной. Хорошей вам печати!